Воздушно-десантные войска внесли неоценимый вклад в победу 45-го. Нашим дорогим ветеранам посвящает свое выступление ансамбль «Песни и пляски воздушно-десантных войск» и народная артистка России Тамара Гверцителли. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас добила, до самых вражеских ворот такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. С праздником! Спасибо!